Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы ответим на ваши вопросы, которые вы задавали в прошлом видео. Точнее, я отвечу так, как я вижу эту игру, постараюсь, не знаю, дать какие-то советы, возможно. То есть не нужно мою информацию воспринимать вот так, наверное, как я сказал, вот достоверно, может, ваше мнение отличается от моего. Я лишь высказываю свое мнение. Да, и в начале видео хотел бы вам сказать о том, что у меня проходит до 15 числа небольшая акция. Да, спонсором я являюсь я же. Поэтому можете получить, два человека получат по $5. Эти деньги вы можете обменять на подписку на мой канал, либо на пак в игре. Что там $5, что там $5. Правда, сейчас подписка стоит $2.5 на Твиче. Если что, я могу подписать вас и вашего друга, как пример. Да, что нужно для этого сделать? Зайти ко мне на страницу ВКонтакте и вот сделать репост вот этой закрепленной записи. В этом репосте все здесь написано, что нужно сделать, да, куда и так далее и тому подобное. Вот 103 человека сделали уже репост. Просто лайк поставить не катит, то есть репост автоматически ставит и лайк, там на стену, в группу, куда-либо там еще. Вот также для вас открывается вот альбом со всеми моими одетыми персонажами, вот со всеми моими одетыми персонажами, которые я обновляю довольно-таки часто. Сюда я добавлю скоро своего Ракуни, да, Ракуни одел, вот Тревора, кого там, Посейдона. Еще кого-то я там одевал. В общем, все скоро будут тут. Итак, поехали отвечать на ваши вопросы. Погнали. Постараюсь отвечать максимально быстро. Анатолий задает на вопрос. Здравствуй. Привет. Играю месяц, пока использую Веромоса, Бернарда Шеннон, Канамию, Белку. Недавно выпали огненные самураи, корм свету тьме, я так считаю. Опять же, я говорю так, как я считаю, правильно? Я не говорю, что так вот должно быть 100%. У каждого свое мнение. Я лишь высказываю свое мнение. Мак Брауни, огненный, может быть иммунитетом, если нет вообще ничего для ПВП. Русалка, корм. Убийца, тоже корм другим. Водяные, суккуба, корм, либо лидерка на арену, если нет ничего. Джокер, тоже корм. Ветреному, кобальт, водяной кобальт, хороший бомбер. Агентша, водяная, тоже хороший хиллер. И ветреные, орфистка ветреная, мне не нравится, корм в воде. Рыцарь смерти... Ветреный, я так понимаю, это ты про, как его там, не Диас, а... В общем, я понял, о ком ты, о том, кто может воскресить. Хорошо заходит в башню, иногда используется даже в PvP. Да, то есть немногие проходят хард-башню на авто. Кого на корм, кого на склад, ну, в общем, ты понял. Из того, что тебе выпало, тебе сейчас вряд ли что-то поможет фармить гиганта быстрее. Никто тебе не поможет, ни джокеры, ни кобальты, ни маги браунов, ни убийцы эти, ни самураи. Гиганты тебе не помогут фармить и проходить башню в данный момент. Поэтому не запаривайся с ними, либо на корм, на скиллы я имею в виду, либо просто пока на склад. Владимир задает вопрос, как правильно одеть владыку моря огненного. Правильного понятия нет, а вот вариации есть. Чаще всего одевают владыку либо Виолент, либо Деспайр. То есть либо стан комплект, либо прок Виолента, ну вы поняли. Вот. А по статам как одеть, одеваю чаще всего два варианта. Скорость, крит, дамага, атака, либо второй вариант, более, я считаю его более правильным вариантом, так как владыку, с владыки ДД, ну, никакущий, если честно, я протестировал, мне не нравится, вот, я пробовал его в ДДшных рунах, сейчас я его одел, скорость, атака и ХП. Почему атака? Потому что он и дамагу вроде бы вносит, и просто у меня в четвертый слот не было ни одной руны ни на ХП, ни на защиту, пришлось одеть атаку, и знаете, он и дамажит так средненько, особенно на мировой арене, на онлайн арене. То есть там эта дамага растет постепенно, и владыка, знаете, уже дает хорошие тычки. Так что вот так вот, я считаю, его можно и одеть. Так, туалетный утенок задает вопрос. Привет, Саракис, привет. Можно ли использовать амазонку тьмы, кроме ПВП, где-нибудь в ПВЕ? Очень редко в башне против персонажей, которые воскрешаются. Что-то типа, по-моему, джокеры воды воскрешаются. Короче, против воскрешал в башне. А так в ПВЕ, в Кайросе я не вижу ее нигде. Она нигде не нужна. Против некроманта, сразу говорю, она не поможет. Некромант все равно воскресится. Его пассивку никак законтролить. Невозможно ее заблокировать. И как-то ее там
какими-то скиллами обойти, это невозможно. Заранее благодарю и хорошего тебе фарма, Бурфузяру. Спасибо, очки. Так, поэтому нет, только PvP-шный монстр, я так считаю. Так, Денчик задает вопрос. Как одеть хвахи, если у тебя нет нормальных рун? То есть, каком комплект... Какой, наверное, комплект и что по слотам сойдет из бомжерун 5-звездочных. Хвахи это средний персонаж, то есть средняя игра, когда ты уже фармишь и гиганта, и дракона, и башню проходишь, и все у тебя чудненько. Либо лейтовый персонаж для некроманта и для некоторых питонов, то есть чудовищ. И то без хвахи тоже спокойно можно играть. Но она немножко облегчает фарм чудовищ и некроманта. Поэтому на нее одеваются очень хорошие виолент и контратака, я так считаю. Смысл ее одевать в бомжеруны, если можно любого другого персонажа, типа даже огненного этого эльфа одеть, да, трехзвездочного, и он будет ту же роль выполнять отчасти, что и хвахи для некроманта. Вот его можно одеть бомжатские руны. А хвахи у меня одета достаточно таки неплохо, и руны есть ВКонтакте, по-моему, на хвахе, я не помню, сейчас я даже ее... Возможно... Вот, моя хвахи так одета сейчас. Сейчас у нее немножко сильнее уже статы стали, то есть у нее больше хп, чуть больше атаки, скорости, я ей сделал больше защиты, больше, и скилл у нее первый точен еще один раз, и второй еще... Один раз проточился. То есть приблизительно вот такие руны хорошие на хвахе. Тут же вот тебе и показал. В говноруны такие персонажи не одеваются. Дальше Данил задает вопрос. Заменит ли Канамию агент воды на гиганте? Да, если у нее третий скилл будет фулл проточен. Если нет, раз в 6 ходов хилить это очень долго. То есть ты будешь умирать. Куда использовать убийцу света? Делал на нее гайд недавно на стриме. Мнение мое простое. То, что если она и будет использоваться, то как игрушка на ГВ. Не более. В ПВЕ она нафиг не нужна, в ПВП ее легко очень заменить. Да, так что как-то так. Куда использовать лесу тьмы? ГВшка и арена чисто приколюха, потому что она слипает и тут же обретает дополнительный ход. То есть она может дико раздражать врагов. Иногда используется на онлайн-арене, но это такое чисто пораздражать больше игрока, и скорее всего ты с ней проиграешь. Так что проявит она себя более-менее на ГВ. Да. Так, как Терра задает вопрос, как в это время одеть лайку, вампир или виолент? Сейчас, если честно, начал больше замечать, что лайку одевают чаще виолент. То есть те, у кого была лайка в вампире, сейчас переодевают виолент. И я понимаю, потому что в вампире не то чтобы она стала хуже, теперь пассивка ее чуть слабее стала. И в виоленте вы все равно можете навалять, да, и раньше одевали виолент лайку, но сейчас все больше людей одевает лайку именно виолент. Я бы, наверное, тоже одевал бы сейчас виолент. А там решайте сами. Так, Паскаль задает вопрос, вам же видно, да? Паскаль задает вопрос, нужна ли Меган, если есть Бастет? Ой, часто задающийся вопрос. Мое мнение, что Бастет в каких-то ситуациях будет хуже, чем Меган. Потому что Меган может снять баф, да, там закинуть дот. Но зачастую у кого, кто играет долгое время, да, и у вас была Меган, вы ее юзали там под бомберов, под Люшена, там, допустим, даже на дракона 10-го, выбирают Бастет. Бастет намного круче, но, понимаете, Меган одевается зачастую только Свифт, а Бастет могут одеть и в Свифт, и в Деспайр, и в Виолент. Поэтому у тех, кто играет 2 и более лет, и Меган, и Бастет одеты. Только в разные комплекты зачастую. Но если у вас один комплект Свифта, и вы не представляете Бастет кроме Свифта ни в чем другом, да, снимите с Меган комплект, оденьте Бастет. Бастет должна быть ультрабыстрая тогда, если вы ее рассматриваете как чисто баффера под Люшена, там, чтобы она походила одной из первых. Как-то так. Ракис, дай смешанную, прочитал смешную, Данил задает вопрос, дай смешанную пачку на гиганта типа фаст с чем-то. Я не понимаю вопроса, фаст пачка моя, это два Люшена, это Орочи, это Акмамыр плюс Пират Воды. Не знаю, я не понял вопроса. Миша задает вопрос, привет, Толь, привет, какие руны одеть Кобальта Ветра и где его юзать? Какие руны одеть? Это фатал поначалу, потом можно одеть виолент плюс фокус, к примеру. Одевается фулл атака. Где использую? Где я использую? Это башня, и я использую в ПВП. То есть на ГВ. Если у тебя есть еще и Сиара, очень хорошо комбинируется. Очень. Но у меня Сиара нет, поэтому на арене я его еще пока не юзаю. Так, Игорь задает вопрос. Анатолий, пару вопросов. Эшир во что одеть, где закатит? Закатывает на ГВ, как отчасти средний бюджет. В лейте я почти не использую. Одевается фулл ХП, либо ХП, кридамага ХП. Так, панда воды, мунлонг во что одеть, где закатит? Опять же, ПВПшный сугубо персонаж во что одевают, либо вампирик, либо деспайр, либо виолент. Чаще всего деспайр, либо виолент. Да, одевается через фулл ХП, либо скорость ХП-ХП. Пьяный мастер тьмы, склад бесполезен.
Есть много франкенштейнов, кого качать, свет или огонь? Огонь лайтовый, говнюк, мой франкенштейн на ГВ выдает 2 удара по 18 500. То есть наносит 37 тысяч дамаги сквозь броню, и это круто, ваншотит всяких архов. Так. Алексей задает вопрос, привет. Наверное, Аракис. Это опять я, будет два вопроса. Первое, Орочи на среднем этапе. На среднем этапе Орочи тяжеловато одеть, но можно его одеть, допустим, через Свифт. И комплект даст ему скорость, одеть его либо через ХП. Допустим, у тебя есть руна Свифта во второй слот с ХП. Мало кому она зайдет, а вот Орочи поначалу может зайти. И, допустим, в допах есть скорость, крит шанс, там атака. Вот. Можно одеть атака, крит дамага, и, ой, атака, крит шанс и ХП. И точности собрать 40 допами. Зайдет на гиганта. Кого переводить на 6 звезд? Веромос, Шемитай, Барета, Меган. Спасибо. Веромоса переводи, и последующим переведешь Барету для башни. Да, а потом уже Меган для 10 дракона, а Шемитай это уже более средний или тире лейтовый персонаж, который закатит тебе на арене. Зера задает вопрос, привет, Толь, привет, заранее спасибо за ответ, кого лучше перевести на 6 звезд, ну или кого бы ты перевел и почему? Так, ну я не вижу всей твоей пачки, понимаете, ребят, я отвечаю отчасти от фонаря, либо по полезности того либо иного персонажа в многих локациях. То есть мне тяжело так отвечать, не видя общего запака монстров и для чего тебе этот нужен персонаж. Поэтому отвечаю отчасти, как я не знаю, пальцем в жопу, в небо тыкнув. Лео, Сигмарус, Хамон, Анубис Огня, да, Бернард и Джули. Джули одна из самых тяжело одеваемых четверок в этой игре, но и при этом очень жесткий водяной ДД. Бернард. Ну, Бернарда многим и пятизвездочным пользуются, так что решать тебе. Я его, допустим, перевел чуть бы не одним из первых 10 мобов на 6 звезд и не жалею. Хамон это больше такой вот, знаешь, хранитель твоих персонажей для ГВ и для арены. То есть, на самом деле, Сигмарус. Сигмарус это самое то. Вот Сигмарус не пожалеешь. Зайдет тебе иногда на ГВ, зайдет тебе... Фарми гиганта и дракона. И в будущем еще питонов. Роман задает вопрос. Приветствую, Аракис, привет. Во что одеть короля обезьян света и где его использовать? Одевается он либо Деспайр, либо Виолент. Используется он в ПВП и многие через него проходят башню. Так как у него есть слип, у него есть со второго скилла слить и атак бара, то есть две массовки, я советую одеть, наверное, все-таки в Деспайр. Если ты тем более задаешь вопрос, вряд ли у тебя валяется хороший виолент, который подойдет на него. Одеть по слотам скорость хп-хп, либо скорость кридамага атака, если ты чувствуешь, что твоя пачка и так контролит, и он не будет никем там, не знаю, убиваться, да, из твоих врагов. То есть у него есть защита, я не знаю, там, качественный контроль типа Ганимеда, Верада, либо Таосиста. Николай задает вопрос, Аракис, у меня вопрос, где юзать единорога огня и оракула огня, и стоит ли их юзать? Единорог огня используется изредка в ручном режиме в ПВП против каких-то водяных мобов, потому что пассивка помогает. Оракул огня используется в защите в раштайм и вообще в разное время на арене. И иногда на ГВ. То есть у нее приятная пассивка плюс стрип. То есть как-то так. Да. Так, едем дальше. Так, Петр задает вопрос. Так, я вижу, тут много, наверное, будет. А, нет, тут еще буквально одно слово. Петр задает вопрос. Анатолий, доброго времени суток и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. Нахожусь на уровне одной недели фарма гиганта. Кроме, я так надеюсь, стабильного, да? Кроме основной пачки по гайдам, бюджет пачка работает. И за это огромное спасибо. Пожалуйста, видите, все-таки работает. Появились такие герои, как Валькирия Воды. Тяжело одеваемый персонаж для новичка, так что пока, наверное, отложи. Тем более, тебе сейчас вряд ли поможет. Да, там где-то арена, но зачем тебе сейчас арена? Выставил одного сливного моба и убиваешь таких же, и все. И фармишь просто. Пират воды на будущее закатит тебе. Сильф воды пока не апнут, он слабый. Часун очень хорошо зайдет вместо Канами тебе. Да, очень хорошо. Так что вот Часун это однозначно. Рыцарь смерти ветра. Так, рыцарь смерти, это, по-моему, этот, четырехзвездочный, да, вот этот, я понял, с кадилкой. Пока вряд ли тебе поможет, а вот для башни зайдет когда-то. Проповедница огня, Хлоя, третий скилл максимум, зайдет в ПВП. Да, в ПВП, особенно если у тебя там Валькирия, ветреная скрафтица. Кто из них может усилить меня, с Часун и так понятно, да, в каких рунах. Ну, ответил по поводу всех, а Камила тебе зайдет, когда ты на нее уже оденешь более-менее внятный, хороший, к примеру, фатал с гиганта. Если выбьешь, оденешь ей по статам, допустим, атака, крит, дамага, хп. И в фатале она тоже неплохо тебе зарешает какие-то бои на ГВшке. ГВшку все любят, так что туда зайдет тебе. Вот, пират воды зайдет под нее же и вообще под других ДД. Пират воды это... ключевой
персонаж в игре. Без него невозможно сделать быструю пачку на гиганта, дракона, пвпшить без него тяжело на ГВ на арене, так что пират тебе зайдет всегда и везде. Так, Девила всех скормил Веромосу и Боретти, скиллы остальных не прокачаны. Спасибо за помощь и успех в вашем нелегком, но интересном деле. Спасибо тебе. Дело действительно тяжелое, потому что на стримах вопросы, ВКонтакте вопросы. Пожалуйста, ребят, если вы слышите и видите это видео, я ВКонтакте не отвечаю на вопросы. Ну, пожалуйста, будьте людьми. У меня тоже есть личные какие-то дела свои, да. Вот, я трачу 2-3 часа на запись видео, плюс монтаж этого видео, выкладывание этого видео. Мне не хватает времени отвечать на вопросы ВКонтакте. Приходите на стримы, задавайте вопросы. Задавайте вот в подобных видео вопросах, да, вопросах. Вот под этим видео, пожалуйста, не задавайте вопросы. Я не буду отвечать на вопросы в видео, в котором я уже отвечаю на вопросы. Это как-то глупо, да? То есть ждите следующее видео и там задавайте вопросы. Вот, задавайте вопросы в нашей группе, ссылка есть в описании. Задавайте вопросы на стримах, блин, да в конце концов есть Google. То есть я ВКонтакте на вопросы не отвечаю, кому какие руны одеть и прочее это дичь. Блин, ну поберегите мои мозги и ваше личное время, то есть не тратьте его. Добавляться ВКонтакте, добавляйтесь все. Можете следить там, не знаю, за обновлениями моими, какими-то там руны смотреть на моих персонажах. Я всю важную информацию добавляю ВКонтакте. А все остальные вопросы, есть YouTube канал, есть группа, есть Twitch канал. Милости просим, стримлю каждый день. Итак, идем дальше. АМЛА, я жив, да? Варвары где используются? Если да, то на каком этапе игры? Варвары используются, я считаю, что из стихийных. Топовый это ветер, он используется и в PvP, и на гиганте, и на некоторых питонах. А используется он же, да, на какой стадии игры, когда ты уже 10-го гиганта стабильно фармишь, и он тебе закатит вместо Бернарда вот этот варвар, если у тебя есть во что его одеть. Да, на каком этапе игры? Свет-тьма, ну тьма, он вообще веселый такой персонаж за счет своей пассивки, за счет своего третьего скилла. А светлый тоже используется и на гиганте, и на драконе, и на гидре. Вот светлый, я считаю, он самый-самый ультра полезный. И на ГВ хорошая лидерка, кстати. Да, вот светлый, я бы от нее не отказался. Раскачал бы его как новую игрушку. Так, дальше. Назар задает вопрос. Привет, привет. Вопрос вот какой. В одном из видео ты сказал, что панда огня не сильно актуальна. Да, и это на самом деле так и есть на данный момент. На данный момент. Ну, а точнее, невыгодно ей девомонов кормить. Согласен. Ну, то есть я проточил, и я жалею об этом. Тут тогда кого можно поставить первую линию, кроме Дариона, Часун? Нет. Эмма. Так, то есть ты к Дариону подбираешь пачку. Смотри. Эмма может зайти, либо Козлик Ветра. Кстати, на него новый костюмчик скоро будет, так что может. Вот Козлик Ветра хорошо зайдет, не знаю, может Часунки у тебя нет, может Архангел какой-то у тебя есть водяной. Хорошо закатит и Эмма даже, но лучше Козлика. Козлик Ветра, если есть, комбинируй Козлика. Либо поставь 2-3 персонажа, там еще дополнение к нему. Но проще просто Козлика, либо Эмму поставить, как-то так. Второй вопрос, есть Ракан, Джуна, Акмамер. Кому кормить Дивалмоном следующему? Ракан, Джуна, Акмамер. Наверное, Ракану для ПВП, хотя Акмамыр зайдет тебе и башню фармить, и зайдет тебе и в ПВП иногда. Джуна, ну, она только для защиты в большинстве ситуаций в ПВП, поэтому Джуни, наверное, я бы не тратил. То есть я между Раканом и Акмамыром склоняюсь, а там решать тебе. Или пособирать и скормить какому-нибудь другому и отложить Теомарсу, если выпадет. Вот, тоже хороший вариант. Решать тебе. То есть у меня среди трех этих персонажей все равно есть сомнения. Я не говорю, что ни один из них не стоит прокачки скиллов. Стоит. Стоит. Но я тебе рассказал, где кто из них используется. Так что решать тебе. Итак, сейчас, секундочку. Димасик задает вопрос. Привет, вопрос такой. Сколько минут... Сколько минимум, я так понимаю, скорости надо для башни 100 в 7. Я про Веромоса, Белку, Барету и на башню до ассиста воды. И что им одеть? В твоем ролике статы видел, но хотелось бы уточнить, если в натиска плюс клинок закатит или нет. Нет, не закатит. А последнее видео с моим рафиком посмотри. И там я показывал, сколько скорости на моих мобах. Можно и меньше скорости, там на какое-то определенное количество. Больше скорости, проще проходить. Скорость в этой игре, к сожалению, либо к счастью, решает абсолютно все, везде и всегда. Особенно в PvE контенте. В PvE контенте скорость решает абсолютно все. Это всегда было и, наверное, всегда будет. В PvP не всегда. Поэтому просто посмотри мое видео с Рафиком. Последний бой называется. Лис задает вопрос. Так, кого лучше использовать в данной ситуации? Рыцарь магии или убийца света? И нужна ли убийца вообще? Про убийцу уже отвечал. Тогда уже рыцаря магии. Если ты имеешь в виду убийца света, она не является фармером. С нее фармер, как с меня топовый стример. Да, типа того.
Вот, поэтому рыцарь магии, да, она тебе нормально будет фармить, если ты про водяную. Так, задает следующий. Ильяс, правильно я прочитал? И, наверное, так. Так, как одеть бастет и где ее юзают? Юзают ее в башне, юзают ее в PvP, юзают ее иногда на драконе и на гиганте в сейвовой пачке, но не самой быстрой. Да, а как ее одеть? Либо Свифт, либо Деспайр, либо Виолент. Ну, на что ты гораст. В Деспайре она будет в средней стадии самая полезная, потому что и массовкой застанить может, да, так еще и бафнуть. При этом скорость хп одевается, точности как можно больше допами. Так, Влад задает вопрос. Привет, Оль, привет. Есть ли смысл менять фул прокачанную по скиллам трехзвездочную или двухзвездочную на четырехзвездочную или... Что? Менять фул прокачанную по скиллам? Что именно? С нулевыми скиллами, например, Канамию на Часун или Эмму? Ну, смотри, если у Часунки третий скилл хотя бы точен, уже есть смысл поменять на Канамию. А если еще и второй проточен, все идеально. То есть Канамия тебе, если нужна будет, то только в лейте для Гидры и там иногда для ПВП. А Эмма, ну, сравнивать Эмму и Часун, Часун всегда будет полезнее. Точнее, в 95% случаев будет полезнее Часун. Как ни крути. Если выбор идет между Часун либо Эммой, большая часть людей выберет, конечно же, Часун. Есть ли смысл качать Ракана для начальной стадии? Нет. Потому что Ракан это ПВПшный персонаж, и ты на него только время потеряешь. Так, дальше. Не знаю, как читается никнейм, задает человек вопрос. Хороша ли полярка огня после реворка? Да. Второй скилл сделали массовой атакой с дебафами. Третий скилл стал еще сильнее бить. Так что да, очень хороша. Так, следующий задает вопрос. Агат или Эгет? Я не знаю, как правильно. Толян, привет, привет тебе. Расскажи, пожалуйста, про гильдии. Нужно ли вступать туда новичку? Какие плюшки дает по порядку? Нужно ли вступать новичку? Конечно же, нужно. Даже если ты, я не знаю, неделю играешь, даже если ты только-только создал аккаунт, уже ищи гильдию. Многие просто тебя могут взять в гильдию, и за победу в гильдии ты будешь получать 10 тысяч маны и 10 очей. Тебе не нужно вообще делать ничего, тебя даже в бой ставить не будут. Ты просто на пассивном режиме получаешь очки плюс ману. Прикольно, прикольно. Да, какие плюшки дает? Про плюшки рассказал, если тебя поставят в атаку, ты еще и будешь воевать, и еще больше будешь получать маны и плюшек, соответственно, да. Вот, ну, вряд ли тебя как новичка поставят в атаку, понимаешь, да? Что требуется от меня как участника гильдии? Опять же, либо воевать, либо просто, не знаю, найди себе друга какого-то. Не знаю, я тебе советую, приди ко мне на стрим. К примеру, если ты играешь на глобале, либо на Европе, если ты играешь на глобале, я тебя возьму к себе в гильдию. Просто как твинком будешь висеть и получать за наши победы очки. Если ты играешь на Европе, я тебе посоветую несколько гильдий моих знакомых, друзей, и они тебя возьмут к себе. Все, то есть мы тебя приютим за 5 минут. Так, едем дальше. Сергей задает вопрос. Привет, Аракис, привет. Что можешь сказать про Камилу сейчас? Где можно использовать? Какие бюджетные руны? Бюджет не одевается. Одевается она в хороший, я считаю. То есть Камила это одна из топовых первородок в игре. Одевается она в хороший Виолент, плюс неважно что, Немезис, там Дестрой, еще какие-то руны, там Блейд. Одевается она зачастую как гибрид. То есть скор, ой, атака, крит, дамага, хп. Это зачастую так. Если у вас есть допами там больше атаки, можно поставить еще хп. Либо, ну вы поняли, да? То есть она должна быть и жирная, и дамажная, и крит урон должен стоять, и шанс крита под 80-100. Как-то так. Да, она и по-прежнему одна из лучших валькирий. Это да. Среди стихийных, ну, они все разные. Их сравнивать тяжело. Просто, ну, огненная валькирия вообще не рассматривается, боже. Пресвятой Комтуас, я надеюсь, вы когда-то переделаете огненную валькирию. У меня их две, блин. Понимаете мою печаль? У меня две огненных валькирии. Плакать хочется. Заранее, пожалуйста, пожалуйста. Так, русский патриот задает вопрос. Догадываюсь, кто это. На стриме подписчик, да? Привет, подскажи, пожалуйста, какие руны ставить на короля эльфов? Эльфа ветра и воды. Привет. И что по статам? Король эльфов ветра. То есть Ганимед, да? На него, кстати, завтра будет гайд на стриме. То есть вкратце скажу, что на него ставить. Это либо Свифт, либо Виолент. Зачастую одевается Виолент. По статам скорость хп-хп, либо скорость хп-точность. Если точности получается меньше, ну, твоего определенного уровня. Допустим, если ты на средней стадии игры, тебе и под 50-60 хватит. Если ты уже в лейте, то есть тебе нужно Ганимеду делать ближе к сотне. Хотя кто-то говорит, что Ганимеду вообще не делают точность. Я считаю это отчасти неправильно. Почему? Потому что, да, третий скилл, он 100% откатывает персонажу скиллы на фул откат. Да, если персонаж не в иммунитете, я согласен. Но Атакбар тоже полезно слить.
А вот на Атакбар, на слитие Атакбара уже будет влиять, сколько точности у вашего Ганимеда и у врага Резиста. Поэтому здесь спорный ответ, вопрос, понимаете, я не знаю. Мое мнение, если бы у меня был бы Ганимед, я бы ему сделал бы специально хотя бы 50-60 точности. Допустим, допами. Скорость ХП-ХП одевал бы. Насчет Водяного, он одевается в Деспайр плюс иммунитет, либо Деспайр плюс Немезис, либо Деспайр плюс контратака. Одевается по статам скорость, кридамага, атака. Да. Так, едем дальше. Так, Энди задает вопрос. Привет, Толь, привет. Спасибо за твои гайды. Пожалуйста, начал фармить 10-го гиганта и готовлюсь к ТО. Так, выпал Desert Queen Ветра, то есть она же хардхор, да? Можно ли ее приставить к пачке в башне и во что ее одеть? Можно ее поставить, если у тебя будет фулл третий скилл. То есть раз в 5, то есть один раз в 5 ходов это нормальный откат, особенно если ты еще к ней добавишь пингвина ветра, ты любого босса будешь пролетать. То есть она одевается у тебя в свифт по любасу, ну в другой ты вряд ли виоленты ей позволишь пока. Пока ты только начал фармить 10-го гиганта. Одень ее скорость хп-хп, либо скорость хп точность и все. Точности больше 50 тебе для нормала явно не нужно будет. То есть ты юзаешь третий скилл, допустим, на... От фонаря, 50-й нормал, да? Юзаешь третий скилл, ты всех заслипал и босса убиваешь просто в лицо. Изи. А пока они все расчехлятся там. Если у тебя еще и будет пачка, к примеру, да? Спектра. Плюс вот это твоя хатхор. Плюс туда добавишь еще, к примеру, кого? Кого? Пингвина. Добавишь туда белку для раскола. И пятого от фонаря персонажа. У тебя, во-первых, будет и замедление от спектры. Потому что замедление с третьего скилла от спектры, оно не выводится слипа. Потому что ты не наносишь дамагу. Вот. Тогда от Барета и от Верамоса, скорее всего, тебе придется отказаться. Именно вот в этой пачке. То есть возьми еще какого-то пятого персонажа. Может, ДД какого-то. То есть ты босса убьешь быстрее, чем расчехлится вся его свита. Как-то так. Да, едем дальше. Павел задает вопрос. Ракис, будут ли еще гайды про башню ТО на Ютубе? Да, конечно. То есть у меня уже 3 или 4 выпуска было. То есть это регулярная рубрика. Да. Вот. Если да, то как часто они будут выходить? То есть я стараюсь комбинировать, чтобы не было одно и то же. То есть, допустим, я сделал гайд на какого-то там архангела, да, в башне. Потом сделал вот обзор какого-то босса... Чудовище, ну, там, где это, да, где гидра и так далее. Потом я сделал, допустим, вот эту рубрику, отвечая на вопросы. То есть я стараюсь как-то комбинировать, чтобы не было одно и то же. Поэтому, да, оно будет, ну, хотя бы раз в неделю, в две у меня будет выходить какой-то обзор, гайд на какого-то босса в башне. Да, так что нет, рубрика только расцветает, она явно не успела еще умереть. Пока я не сделал гайды на финальных боссов сотки, да, нормала и харда, к примеру, и того босса, то есть явно еще рубрика не закончится. Павел задает вопрос, сколько требуется скорости стели, чтобы с третьего скилла давала все 7 атак? Суммарно 225 скорости. Что значит суммарно? На это повлияет лидерка на скорость, баф скорости. Сколько допами стоит скорости, тотем твой прокачан или нет. Идеально стели, у нее база 108 скорости или 104, я не помню. Делайте ей плюс 108 скорости. И если у вас тотем 10 уровня, у вас получается ровно 225 атаки. И тогда ей не нужен баф на скорость. И ей даже не нужна будет лидерка на скорость. Вот моя стела, сейчас вам ее покажу. Где она тут у меня? Стела, стела. Сейчас я покажу, чтобы человеку явно было наглядно понятно. То есть смотрите, пока ищу, скажу так. Стелы каждые 25 скорости, это плюс 1 атака. Но это не означает, что она сделает больше 7 атак. То есть максимум это 7 атак. На некроманте не работает. На некроманте максимум 2 атаки она сделает. То есть стела делает минимум 2 атаки и максимум 7, скажем так. Так, а где она? Сейчас, секундочку. Где-то же должна быть у меня. А, вот стела. Вот, видите, плюс 108 скорости. Это идеальный расклад. То есть стела это... Одна из самых тяжело одеваемых четверок в игре. Это факт. Потому что оденете ее слабее, чем здесь, она будет менее полезна. То есть идеальная стела это с такими же статами, но еще и при этом в виоленте. У меня таких рун просто нет и не существует. И такие руны, я не знаю, есть только у задротов плюс супер-мега-донаторов. То есть у меня получилась стела при этом свифте. Эта стела ваншотит любую лайку, пока я не нападал ни на одну лайку, которая не умирала бы. Тем более в раскол. Многие лайки умирают, даже если стела дает проказ с третьего скилла. 7 ударов, даже не в раскол, умирает лайка. То есть лайка стоит в иммунитете, я бафаю с пиратом, стела юзает третий скилл. Ты даже не смотришь, ты знаешь, что стабильно минус лайка. Да, как-то так. То есть это ваншот лайки, ваншот ракана. Ракана не в иммунитет, нет, далеко не всегда ваншотнет. Так что ракан другая история. Так, едем дальше. Так, Дример задает вопрос. Добрый день, привет. Вопрос такой, зайдет ли дракона пачка в составе Перны, Вердыха или нет? Перна, Верамос, Белка, Меган и Аннабель.
Ну, знаешь, тебе может не хватить скорости в такой пачке. С другой стороны, это сейвовая пачка, потому что у тебя 2 хила, плюс 2 клинса, еще и баф. Ну, в теории, одна из самых быстрых пачек на драконе, которая проходит дракона за 38-40 секунд, есть такие задротики, да, ну, хорошие люди, у них пачка построена без Вердехайля, именно через перну. Так что да, можешь попробовать. А, у тебя даже 3 хила будет, еще и перна хилит. Попробуй. Но в дальнейшем я тебе советую вместо Аннабельки добавить еще Сигму. Да, и Сигму попробуй поставить вместо перны. Если тебе не хватает ХП, попробуй Сигму вместо перны поставить. То есть тебе здесь нужно балансить, пытаться... Извините, нос чешется, аллергия. Так, поэтому... Да, в принципе, пачка зайдет. Дима задает вопрос, где ее зайца... Наверное, Тессарион, да? Тессарион, и как его одеть? Где используется? Я использую его в ПВП. Я его использовал долгое время, даже на драконе, как бы это смешно не было. На Гидре, как лидерка, плюс ДД он у меня стоит. Но Тессариона тяжело одеть и сделать вот такого, допустим, как у меня. Мой Тессарион сегодня ударил... Так, сейчас я найду его и скажу. Вот, мой Тессарион. Сегодня он ударил... Кого он ударил? Кого он ударил? Я не помню, какого-то персонажа огненного... Он ударил какого-то огненного персонажа на 48 тысяч под бафом атаки, и цель была под расколом. То есть пачка у меня была пират лидером, Тессарион мой и плюс Вуса. То есть я ударил 48 тысяч с первого скилла. А теперь представьте, что этот Тессарион будет еще и под бафом скорости. Да. То есть это нормально одетый персонаж, 48 тысяч получил с первого скилла. Поэтому те, кто задают мне вопрос, Аракис, почему ты не сделаешь Теомарса, я отвечаю, а зачем? Если мой Тессарион на порядок сильнее бьет, чем многие Теомарсы в этой игре. И при этом Тессарион еще и блочит пассивки, что немаловажно, как бы, да? Еще и лидерка приятная. Да, которую я использую очень часто. Очень часто. Это мой основной ДД на онлайн-арене, на обычной арене. Он у меня постоянно на арене используется как ДД. То есть многие его одевают как саппорта, но... Наверное, я один из... Вот здесь действительно можно сказать, что я один из первых, кто на глобале одел его как ДД. Один из первых, потому что он у меня одет как ДД уже больше года. Так какой года? Наверное, уже как только Тессариона запустили в этот мир, я его сразу попытался реализовать как ДД, и знаете, получилось. Конечно, статы тогда были послабее, то есть сейчас мне вот в третьем слоте, да, у меня стоит руна, и вот здесь в третий слот, если я поменяю на скорость и проточу, у этого Тессариона будет около 80-85 скорости. Да, и этот Тессарион будет еще сильнее бить. То есть 48 тысяч просто под бафом атаки и в раскол. А теперь представьте Тессариону еще дать баф на скорость. То есть этот Тессарион ударил бы где-то 56-58 тысяч. А 58 тысяч в этой игре мало кто может выдержать. Тем более на ГВ. Да. Хоть на ГВ и повышенное количество ХП, да, и атака, но все же. Но эта дамага была на ГВ. На арене, естественно, она послабее, потому что там не работают ГВшные здания. Андрей задает вопрос. Здравствуй, Анатолий. Подскажите, пожалуйста, где применять орфистку огня и русалку воды? Привет. Орфистка огня. UDCB ее часто использует в ПВП. Да, ПВПшный персонаж. Вот. А русалка воды используется в башне и иногда в ПВП. Многие проходят через русалку воды и хард башню. Так что как-то так. Вот русалку воды я даже могу порекомендовать, если у тебя нет таасиста воды, там Верада, Ганимеда, то есть она тебе поможет пройти хард башню. Но кроме хард башни редко ты ее где-то будешь использовать. Очень редко. Она вроде бы неплохой контроль, но и с другой стороны, вечно этот иммунитет тебе придется либо ждать, твою русалку могут убить. Так, Хозарин, наверное, так, да, задает вопрос. Привет, привет, можно ли как-то реализовать пачку из двух табло на арене, кого к ним добавить? Два табло на арене? Не, наверное, это будет извращение, я ни разу не видел такого. Один табло, да, а два нет. А так, в основном в быструю пачку собирается. Табло может зайти и в танка пачку, и в любые паки, то есть хороший персонаж. Два табло, не имею понятия. Не знаю, что тебе ответить. Синон или Синон задает вопрос. Привет, Анатолий. Привет. Выпали очень давно данные мобы. Не знаю, куда их применять и какие руны. Лео, рыцарь, дракон, ветра. Используется в ПВП. Одевается вампирик, либо виолент. Этна, леди из ада ветра. Используется иногда на некроманте. Используется на гиганте в фарме, в быстром фарме гиганта. В ПВП используется, но в ПВП одевается в другие руны. Либо быстрый деспайр, очень быстрый деспайр, либо свифт. Гиана, оракул тьмы, используется в ПВП. Она и стрипер, она и бомбер, то есть хороший персонаж. Одевается либо в Деспайр, либо в Виолент. Да.
Так, дальше Иван задает вопрос. Доброго времени суток, привет тебе. Выпал с камушек козлик ветра. Стоит ли он внимания или же на склад? Если да, то что одеть и где он используется? Он стоит внимания только для 4-5 гидры. Не ранее. Раньше он тебе нафиг нигде не нужен. Одевается, можешь посмотреть моего Дариона. В принципе, где-то так можно одеть Виолент. Он используется либо быстрым основным стрипером. Клинтером, я имею в виду, который снимает дебафы и в первую пачку заходит, либо второстепенным, и при этом ты его делаешь фул танка. Допустим, защита, ХП, защита, одеваешь что-то типа такого. Так, Анг задает вопрос, как надеть, как одеть, а не надеть, как надеть, как будто ты его хочешь надеть. Надеваешь ты себе шапку на голову, да, а одеваешь ты, допустим, перчатку на руку. Одеть, надеть, да? Правильно же я сказал? Что-то такое. Да, вампиры ветра. Вампир ветра тебе нафиг не нужен, тем более, если ты задаешь вопрос. Используется в лейте на некоторых питонах, либо вообще просто скармливается. А по факту уходит только на гексаграмм. Да, и все. Как-то, собственно, так. Да, одевает во что, а надевает что-то на себя. Вот так правильно объяснить. Так, задает вопрос Дейнерис Таргариен, господи. Привет, Оля, привет. Выпала вчера Алисия и Хвава. Что их одеть и куда использовать? Алисия заходит в PvP и для фарма корма. Одевается в рейдж, одевается в фатал, одевается в имунку плюс 2 шилда, во что угодно. Атака кридамага Хва, одевается в свифт либо виолент. Скорость кридамага атака, либо скорость там ХП точность, скорость ХП ХП, скорость ХП защита, там что угодно. Скорость ХП точность, скорость крит шанс, ХП по-разному. Можешь мою посмотреть ВКонтакте. Так, It's Games задает вопросы, как одеть пингвина ветра, то есть мава. Одевается он либо в 3 комплекта Energy, бомжатский вариант, одевается ХП, ХП точность, либо Виолент, статы те же. Так, Зафари задает вопрос, здравствуй, Толя, привет, скажи, пожалуйста, места использования Камилы, руны на нее. Руны уже говорил, где используется PvP. PvP, очень хорошо одетая Камила может пройти гиганта и дракона в соло. Да, ранее отвечал, какие руны. Алексей задает вопрос, есть ли смысл выкачивать промо как фармера при наличии вкачанного Тэшара и Люшена? Нет, абсолютно. Тэшар либо Люшен фармит Лес Эйден очень быстро и не намного дольше, чем ты промом будешь фармить, допустим, ту же локацию. Либо там вулкан. Так что нет смысла. На склад пускай лежит. Так, Ари задает вопрос. Привет тебе, какие руны одеть Сиара, наверное. Сиара, да. Оракул ветры, где можно ее использовать? Одевается либо фатал, либо виолент. Самый профитный и топовый вариант для онлайн-арене. Она одевается через атаку, кридамагу, атаку. Чтоб с третьего скилла, с пиратом воды, ваншотить все и вся. С третьего скилла. Но это слишком дикое извращение, таких рун у тебя нет. Поэтому фатал, скорость, атака, либо... Атака и скорости как можно больше допами, и точности как можно больше допами. Используется в PvP, используется на гиганте, некоторые через нее фармят, некоторые даже через нее некроманта фармят. Да, кто-то использует еще на гидре, но на гидре за счет своего прока виолента со второго скилла она не особо хорошо закатывает. То есть в быстрых пачках на гидре она ни о чем. Иногда бомба не успевает взорваться, когда прыгает гидра. А смогу ли я фармить 10-го гиганта с такой пачкой? Белодеон, Мантура, Пифон Тьмы, Панда, Ветра, Веромос, Бернард. Да, вполне хорошая пачка. Но если ты только-только начинаешь фармить гиганта, вот этот вот Панда Ветра тебе может больше мешать за счет своих мультиатак. С другой стороны, он же и держит удар, плюс подхиливает пачку. Так что я думаю, скорее всего, если ты потерпишь неделю-две и повыбиваешь там более хороших рун, плюс прокачаешь здание этой пачки, тебе будет стабильно хорошо фармить. Так, Мади или Мади, я не знаю, как правильно читается, если это вообще имя. Привет, Аракис, привет, я новичок в этой игре, и мне недавно выпала Химера Света. Да, я сам охренел, во что ее одевать в данное время, и когда я буду в лейте. Если ты новичок, во что одеть? Свифт одень, фатал одень, да что угодно. Одевается она в двух форматах, либо full support, либо DD и отчасти саппорт. Одевается при любом раскладе. Во второй слот ты одеваешь ей скорость, а вот четвертый и шестой слот ты ставишь от того, что у тебя есть. Самый профитный вариант — это сделать с него больше, все-таки больше ДД, чем саппорта. Это атака, кридамаг, скорость, кридамага, атака. И как можно больше допами скорости. То есть ультра быстрый должен быть твоя химера. То есть твоя химера должна ходить одной из первых. Даже раньше можно, чем пират. Химера все равно с третьего скилла не дамажит, поэтому если ты обменяешь пирата, разница небольшая. Но при этом ты всех еще и станешь. То есть если у тебя есть химера света, тебе Бернард в большинстве ситуаций уже нафиг не нужен. В большинстве ситуаций. Как-то так. Поэтому ГЦ тебе, а в лейте точно так же, просто атака, скорость, кридамага, атака. Свифт можно одеть. Я считаю, что лучше всего свифт.
Да, в Swift самая крутая тема. Эдик задает вопрос. О что? Наверное, во что одеть Мава? Подскажи, пожалуйста. Отвечал ранее. Так, Илья задает вопрос. Привет, какие статы качать Люшену? Как тебе ивент «Помощь слияния»? Мне этот ивент не интересен. Вот, какие статы качать Люшену? Какие руны, наверное? Вот, заходишь ко мне в контакт, смотришь моих Люшенов. И делаешь что-то подобное, хоть приблизительно подобное. Вот, к примеру, мой один из Люшенов. Это более слабый Люшен. И есть вот здесь где-то рядом более сильный Люшен. Так, более сильный Люшен у меня выглядит... Так, это слабее. Вот более сильный Люшен. Сейчас я его ускорил еще. У него уже 76 скорости. То есть вот что-то подобное делай со своим Люшеном. Да. Так, едем дальше. Так, мастер задает вопрос. Привет, Оль, подскажи, какие... Подскажи, пожалуйста, сильф тьмы, где ты ее используешь, какие руны одевать? Привет тебе, сильф тьмы используется только иногда на хард башне и высоких этажах нормала, чтобы заслипать всю свиту и убивать в соло босса. Одевается либо в Виолент, либо в Свифт. Стоит ли его вообще качать? Нет, не стоит. Да. Спасибо за твои стримы и всю помощь по игре. Пожалуйста, пожалуйста, лайк тебе там, все дела. Так, Спейшл задает вопрос. Так, здравствуй, Аракис, большое спасибо за гайды, привет тебе, пожалуйста. Очень помогли. Сейчас неделя, как начал фармить гиганта 10-го. Стоит ли на моем этапе качать следующих монстров, если да, для чего, во что и ходить? Франкенштейн света на склад, пока бесполезен, и огня тоже. Лейтовый персонаж, если оба стоящие. Так, убийца света тоже на склад. Если у тебя 5 штук, ты их выфармил. Одну оставь, а 4 скорми водяной, либо ветреной, темной. Как-то так, воды 2 штуки. Ну вот, воду ты когда-то реализуешь, но явно не новичку. Так, монах ветра. Монах ветра, вот его ты можешь вместо Канами раскачать. Он тебе зайдет и на гиганта. Он иногда в соло тебе затащит всего этого 10-го гиганта. Зайдет тебе еще и в PvP. Оденешь его в full HP, в Energy, допустим, потом переоденешь в Виолент. Да, заранее благодарен, успехов в СВ, спасибо тебе огромное. Так, Артур задает вопрос. Привет, Аракис, у меня есть немного монстров, какие есть у топеров, но я не знаю, куда их использовать. И... А именно, Вердехайль используется на драконе, плюс иногда в башне. Рина, корм. Тарк на быстрой пачке дракона. Канами новичков используется и в лейте под всяких там люшенов. Зик, можешь скормить, неактуальный саппорт. Так, Колян. Калина используется на Гидре плюс на питонах, на 6 звезд стоит того. Барета, король башни. Сюнфей, Писюнфей используется на некроманте плюс на Гидре. Рэнди на некроманте используется. Тревор в PvP используется. И на питонах Шеннон используется на гиганте 10. Орион, PvP-шный лытовый персонаж. Тару, бесполезный корм. Так, буду очень благодарен, если расскажешь. Вот, ответил. Так, Саша задает вопрос, как, какие руны стоит вешать на Калину. Новичку можно одеть Свифт плюс неважно что. Допустим, Энерджи, скорость, ХП, ХП. А в Лейте одевается, конечно, Виолент, контратака, скорость, ХП, ХП. Можешь посмотреть мою ВКонтакте. Так, Rushfest задает вопрос. Толя, привет, привет. Скажи, как считаешь, какие фишки примочек не хватает в этой игре? Если можно, то парочку примеров. И как ты думаешь, реально ли, что их добавят в будущем? Спасибо за ответ, заранее удачных стримов. На самом деле, скажем так, некоторых стримеров посвящают в то, что будет происходить дальнейшее в этой игре. И мы, скажем так, неко по правилам использования этих же... будущих информаций мы не имеем права это разглашать. Единственное, что я скажу из того, что я 100% знаю, что пока не знаю, ведут или нет, я бы хотел, чтобы ввели перековку назад, да, в обратную сторону частиц. Допустим, с высших в средние, средних в низшие и так далее. Вот из такого, что я хотел бы. Чтоб, вот, что у меня, как говорится, из разряда накипело. Вот те, кто ходят на гидру, они меня поймут. Вот это, я надеюсь, введут когда-то, точнее, пофиксят этот баг. Допустим, ты заканчиваешь убивать гидру. Ты там получаешь руну, выходишь, да, в лобби и ждешь двоих ребят. Допустим, один вышел и ждет с тобой, а второй просто пошел, простите меня, срать в туалет. И ты его не можешь выгнать. Там якобы есть крестик, ты нажимаешь и выдается ошибка, черта, 240. Вот это, если сделают... Все, блин, пока мне больше ничего не надо, потому что это дико задалбывает. То есть и тому парню, особенно если ты его не знаешь, нужно полностью выходить, пересоздавать, и возможно он к тебе попадет. Вот это дико раздражает, вот что я хотел бы. А по поводу фишек и всего такого, ну, они это скоро ведут, и я не хочу это оглашать. Так что как-то так, спойлерить нельзя, нельзя. Так что ожидайте, ожидайте. В конце сентября это единственное, я вам обещаю глобальную обнову, не я вам обещаю, а Комтуасы обещают, и я вам гарантирую глобальную обнову, которая вам
очень понравится. Точнее, там будет, скажем так, даже 4 фишки в одном обновлении. Не в одном обновлении. Обновления могут быть несколько штук поэтапные, 2-3 обновления. Но, скорее всего, они все в одном введут. И потом еще некоторые будут патчи, которые будут фиксить, ну, вы знаете, да, то, что какие-то баги появились в этих обновах. Так что, да, 3-4 фишки очень хорошие, я вам гарантирую, вот. От себя, скажем так, от себя, то есть от своей информации, то, что я знаю. Но что там будет, я не буду говорить, но многие об этом уже слышали. А то, что я знаю и об этом не анонсировали, ну, собственно, вы увидите. То есть нельзя мне рассказывать. Да. Жалко, а так хотелось. Что жалко? Не знаю, ладно, идем дальше. Саня задает вопрос. Недавно была акция на убийца света, я набил 6 и призвал. Стоит качать, если да, то какие руны ставить? Отвечал ранее на вопрос, пока она бесполезна. Да, не особо юзабельная. Так, мистер Вотчер задает вопрос. Первый вопрос. Клеймо увеличивает урон от дота и бомбы. От дота нет, от бомбы да. Второй вопрос. Стоит ли качать орочи для фарма гиганта? Буквально только начал его фармить. Если только-только начал фармить, ну у тебя, наверное, нет даже рун, которые нужно одеть на орочи. А какие руны, я говорил ранее. Если да, то подскажи руны и пачку под него. Ну, в общем, он зайдет тебе вместо Канами, будущим и, скорее всего, лидером. Привет, Аракис, и спасибо за ответ. Привет тебе, пожалуйста. Так. Так, Денис задает вопрос. Здравствуй, Ракис, привет. За все время насобирал на склад вот таких вот персонажей света и тьмы. Подскажи, пожалуйста, вкратце персонажи, какие стоят внимания, каких кормить и вообще возможно ли их юзать. У меня есть свет. Половина, я даже не знаю, кто это такие. Так, это на склад, это тоже склад. Глидон используется на ГВ иногда. Мрамор бесполезная херня. То есть на склад бурильщик тоже пока, под него нет хорошего саппорта. Румикус тоже склад. Хира склад и каша, и каша, и каша. Можно будет, по-моему, в ПВПшке тебе поиспользовать где-то, да. Да. Хотя, стоп, Пикаша, это же Ундина Тьмы, нет. Ну, очень редко используемый персонаж, так что на склад. Эридас, да, не Эрадес, а Эридас, я так понимаю. Это же насчет Сильфа Света. Он используется иногда в башне, но при этом слишком долгие откаты, поэтому я не советую его качать, слабый он. Тьма Жумарин на склад. Бесполезная, да, высший элементаль Джеки тоже склад. Крова используется иногда на 10-м драконе. Единственный подхил, но не стоит того. Аран используется на некроманте. Верин бесполезно пока. Келена иногда используется на некроманте. Вейшин тоже пока бесполезен. Карл используется в ПВП против там пачек, которые могут забафаться. Особенно против всяких там Хлой. Да, потому что пробивает этот щит. Спасибо тебе, удачи, крепкого здоровья. Спасибо, очки тебе. Так. Так, и здесь пошли вопросы на мой комментарий, да? Окей. Так, Вержиния, наверное, или Вердиния, окей. Толя, надо качать бродягу света, Ахмана и ящера света. Бродяга света заходит на гидру, на 5-ю, 4-ю. Ахман уже не актуален, можно скормить. Ящерица света на склад, либо игрушка для ГВ, не более. Артем задает вопрос, Аракис, как одевать Веромоса, Свифт? Потом переодеть Виолент. Скорость хп-хп. Можешь посмотреть в моем видео. Да, там, где я Рафика одевал. Вот, последнее видео. Карл хороший монстр. Используется на ГВ на арене против Хлой. Всяких там. Самурай огня. Норм. Корм свету тьме. Девочка кунг-фу огня. Норм. Блин, ребят, вот я вас прошу. Научитесь задавать нормальные вопросы. Вы же не аутисты с 444 канала. Уж простите меня. Только там же дауны задают вопросы. Норм корм. ПЖ спысы. Как он? Пожалуйста, учитесь нормально задавать вопросы. Вот вам впадло, да, задать вопрос вот что-то типа вот как вот этого человека, да? Насобирал много персонажей, подскажи, где их использовать. То есть более открытый, а не вот этот норм-корм. Честно, меня дико раздражают такие вопросы, вот это норм-корм. Я, допустим, на стримах не отвечаю даже, я игнорю такие вопросы. Когда человек зашел на стрим и сказал там, Аракис, привет, ответь, пожалуйста, на вопрос. Вот у меня выпал такой-то персонаж, где его использовать, во что одеть и стоит ли вообще качать на таком-то этапе. И заходит другой школьник, да, выпала бастет, норм корм. Ну окей, выпала тебе бастет, я так и отвечаю, норм корм. Да, так и отвечаю. Человеку впадло задать вопрос, мне впадло ему ответить. Начните с себя в первую очередь, потому что вам нужно, а не мне нужно. Так что как-то так. Так, едем дальше. Игорь задает вопрос. Добрый день, привет тебе. Ну, у меня, правда, ночь. Я после стрима записываю это видео, да. У меня глубокая ночь, у меня 1:30 ночи, я записываю видосик. Вот. Доброй ночи, да, тебе привет. Мне очень понравились гайды на рандомного монстра. Сейчас ты вроде проводишь их на стриме, но я не могу в 19:00 заходить на стрим. Так, а видео со стрима не выкладывается, как быть? Заранее спасибо за ответ. Во-первых, видео на YouTube я не выкладываю, потому что я нарушу свои же авторские права и как бы отчасти получу от YouTube бан и на Twitch, и здесь. И тем более полную часть
видео, оно замутится из-за того, что я слушаю песни от людей, которые заказывают на Твиче. Следовательно, нельзя перекидывать мои же видео, записи на YouTube. Просто нельзя. Если вы в этом не шарите, поверьте мне на слово. Это не из-за того, что я не хочу. Мне не впадло нажать одну кнопку. Это делать просто нельзя. У меня премиум-партнерка с Твичом. У меня есть некоторые ограничения, которые я и могу делать, и привилегии, да, и ограничения, что я не могу делать. Поэтому просто нельзя. Не можешь смотреть мои стримы онлайн? Подпишись на канал, смотри в записи. Моя тебе рекомендация. Подписка, тем более, стоит сейчас 150 рублей. Я не думаю, что это большие деньги, чтобы отблагодарить человека за его работу. Потому что это по факту моя работа. Да. Так, едем дальше. Джет задает вопрос. Если можешь сказать... Так, я так понимаю, первый вопрос. Какие руны ставить на промо и кобальта ветра? И стоит ли качать орфистку воды? На промо ставятся руны с последней локации, то есть фатал плюс, весь фатал, все 6 рун одевается атака, 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 чтобы фармить кобальт ветра. Я уже показывал ВКонтакте своего кобальта ветра, можешь посмотреть еще раз. Так, качать ли орфистку воды, опять же тоже отвечал. Для хард башни может зайти, на нормале не особо нужна. И при этом у нее должен быть фул, второй и третий скилл. Без этого она не особо полезная, да. Как-то так. Ну, вроде бы на вопросы я все ответил. Ребят, пожалуйста, не нужно задавать вопросы под этим видео, если вы досмотрели до конца. Я не буду на них отвечать, ждите следующего видео, потому что отвечать на вопросы в видео с ответами на вопросы, это, как ты же говорю, это какое-то масло масляное, что-то такое. Да, если кто-то там что-то подкорректировать хочет, конечно, прокомментируйте это видео, да, скажите, что следующее вы хотели бы видеть в ваших... Не ваших, а моих видео, да. Для вас какие рубрики, там, не знаю, всегда я открыт для предложений каких-то новых рубрик. То есть я для этого всегда открыт, комментируйте, я читаю. И, следовательно, если что-то, несколько идей, допустим, я комбинирую и что-то с этого складываю одно хорошее, да, я реализую и снимаю какую-то новую рубрику. Вот, допустим, 2 года у меня не было вот такой вот рубрики типа вопрос-ответ, да. То есть сейчас она появилась, я вижу, людям она нравилась и зашла. Так что всем удачи в фарме, ребятки. Качайте правильных монстров, одевайте верные руны, приходите на мои стримы, они проходят ежедневно. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на мой канал, это ваша лучшая благодарность. И удачи вам во всем. Пока-пока.